Практически каждый день Галина Егоровна навещает своих четвероногих друзей. Обитатели приюта для собак «Добрые руки». Женщина приносит животным горячую еду, воду, теплые вещи. Вместе с ней приют содержат еще 4 пенсионерки, участницы общественной организации «Добрые руки». На небольшую пенсию они закупают все необходимое – корма и ветеринарные препараты. С вакцинацией и стерилизацией помогают ветеринарные клиники города. На попечении женщин 17 собак. Ну, большинство старые, они уже по 10, по 17 лет есть. Но есть и молодые. Есть молодые, но молодых мало. Средств на содержание животных не хватает. В бараке, где живут собаки, нет электричества и отопления. Анастасия случайно узнала об этом месте и вместе со своими знакомыми решила помочь животным. Неравнодушные саровчане закупили корма, средства гигиены, теплые вещи и отвезли их в приют. Жалко собачек, жалко женщин, потому что они, во-первых, пенсию тратят на это, и кто-то работает, тут тоже все, естественно, они несут сюда. И этот приют оказывается в городе более 19 лет. И об этом мы узнали только сейчас. Хочется, чтобы не только мы помогали, и саровчане тоже откликнулись. Останавливаться на такой разовой акции волонтеры не собираются. В планах помочь в пристройстве животных через социальные сети. Всю актуальную информацию о нуждах приюта для собак можно узнать по телефону 655-40. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.